менеджером писать. Это вот более, наиболее правильный поступок сейчас, если честно. Сколько денег отдали? Много денег отдали? Ну, когда как. Иногда курю сигареты, но так, покуриваю. Про Еву Грин. Почему я вопрос игнорю про Еву Грин? Грин, не знаю. Чего ты на меня ругаешься? Спасибо, Катерина. Ай, блин. Сори, сори, надоели. Сори. И по роли. Это нам как Безус. Мы с Безусом не особо хорошо общаемся. На дом 3 я. Злая тигрица, да. Спасибо, Чуешова. Я, конечно, сейчас не могу по ТХ подходить, потому что ее нету. Ой. Я понимаю, Альбин, понимаю. Пожалуйста, не истери, менеджеры обязательно разберутся. Кобелеву дуру найди. Не знаю, зачем. Не буду ее сейчас искать. Зачем мне это делать? Я с ней не общаюсь. Особо. Смотри, Альбин, Ирина Кирилловна, напишет менеджеру, пусть мы сами не можем убирать себе человека, которого мы рекламируем. Значит, все делать менеджера. Мерзкие истории, у тебя одно и то же говоришь. В смысле, мерзкие истории, у тебя одно и то же говоришь. Абдулаевна. Здравствуйте. Нормально общаюсь. Поляна классная. Спасибо, шучу, шо. Абдулла, ну просто меня заколебали мужики постоянно писать одно и то же. Я прикалываюсь над ними. Даш, привет. А что по поводу Ильи? Он смешной, классный. Что у вас происходит? Илья Ебаров. Классный, смешной. Тебя умоляю. Спасибо, зелем.ком. Наверное, да. Не знаю,
осторожный. Ябаров, да, Ябаров, через я, не е, а я. Пустые, да, никого нет в комнатах сейчас. Потому что, к сожалению, Надин нет. Это пока не оставляет меня на голосование. Что бесит Арихат? Ла, привет, Бабой Бор. Не знаю. На проекте, ну да, нравится, просто хочется уже свою любовь построить, если так честно. Не знаю, что значит на голосование, честно, вообще не знаю. Да, все ребята спят. Зачем мне ребят показывать, ребят? Ну, блин, ну камон. Хотите на ребят посмотреть, зайдите к нему на аккаунт. Слышь, я не буду никого показывать. Делать мне нечего. Нет. Спасибо. Да мне пофигу, будет сватывать, не будет меня с ним сватать. Как бы мы с ним занимаемся спортом, все. Я особо не паникую по этому поводу. Ну, не, ребята, ну все за периметром, да, и спадим. Почему подкачено решение номинировать? Да, блин, я вообще... Кем-то дружу, с кем-то нет. Надо потусуюсь на улицу. Скучно мне тут что-то сидеть. Я знаю, что я делаю, но знаешь, все равно одно и скучно, хочется уже с кем-нибудь замутить пару. Не знаю, не хочу спать, не спится мне. Не спится, вот и все. Так что не очень нравится в проекте. Из мужчин? Нет, ребят, знаете, я привыкла просто к таким отношениям. Просто я привыкла к таким отношениям, как бы в основном. Я же в основном постоянно работой, бизнесом занималась. И не привыкла к отношениям таким, знаешь, полноценным. Да не было у меня. Когда это против кого голосовала? Против Дани? Да, против Дани. Да, достойно, как сказать, здесь невозможно вести себя достойно. Проект «Дом 2». В любом случае, если ты встретишь своего мужчину, ты берешь с ним еще. Блядь, Селена, ёбаный стыд, блядь. А хули, блядь, что еще делать? А закладывай в трусы полез. Буду. Смотрите. У нас. Что, смотрите, показала мусорку, говорит, смотрите, блядь. Лучше показываю мусорку. Жалко на тебя смотреть, сегодня было большой лицемер. Лицемерное... Не показывай мне. Лицемерное сыкло. Да, сыкло, блядь, собака трусливая. Вообще, скажи им о том, что я приходила в Сахнову, Дань... и я с ним веселяюсь. А, Данил на самом деле не прыщавый, он специально сам себе рисует прыщи. Здорово, пошел ты-ка нахуй. А мне такую хуйню написали? Блядь.
голоса редактора. Я серьезно говорю, это просто пиздец. Я бы написал сейчас, Антоха, я твой рот ебал, но это будет. Уебище хохлядское. Ног ударь. Смотри, если можешь смотреть между ног у Дани. Так, Даня хочет писать. Даня хочет писать и какать еще на свете. Потому что когда куришь, ослабляется кольцо сфинктера. Какать не хочет, потому что, блядь, он уже какал, когда Селена спрашивала, кто там в туалете. Я, короче, захожу, я думаю, Моргенштерн там сидит, срет, короче. А где, кстати, Макс? Херно. Скажи ему, что он мне нравится. Где? А, кто? Где там? Не могу сказать, где. Потом на ушко. А. Пашка, нахуй. Не могу. Сказала именно Селена об этом. А я-то при чем? Я-то ничего не понимаю. Я откуда знаю, что я что-то жру? Пойду на тачке схожу. Селена, иди сюда. Казань, значит. Привет, Латвия, Латвия. Привет, Латвия, Латвия, привет. А! Блядь, что ты от меня хочешь? А! А мы, я пока сгоняю. Я пошел лайк. Что это? Пошел в машину. У меня ничего нету в машине. Нет у меня в машине ничего, никакой алкаш. Просто, блядь, мне скучно. Андрей и Надин ушли с проекта. Блин, я не знаю, можно это говорить или нет. Периодически. Привет, Абхазия. Вот я с Никулей иду. Нельзя, нельзя, нельзя. Знаю, что нельзя. Какая у тебя машина?